Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Антон. Вот. Я уже давно в теме лентотранспорта, уже больше 7 лет. Вот. А вот мой велосипед. Рама двухподвесная. Соответственно, видим конструкцию. Она уже устоявшаяся. Поломок в ней практически уже не бывает. Даже там, если какие-то даже падения, аварии, все равно уже ничего практически не ломается. Все уже отработано до мелочей. Вот. Ездит велосипед круглый год, в том числе и зимой, в снегопад, в метель, в гололед, и летом в сильную жару. Батарея литий-железофосфат, она приспособлена к любым климатическим условиям, фактически. Вот. Соответственно, рама стальная. Вот. Обратите внимание на воздушный амортизатор, который имеет логарифмический график работы. То есть он не пробивается до конца. Ух ты, два даже стоит, да? Обалдеть. Да, один из них регулировка отскока осуществляет, а второй включение-выключение. Они каждый со своими функциями, но все вместе они выполняют очень качественную работу. Угу. Вот, мощная рама. Вот, это грань, да, у нас, да? Да, рама-грань. Угу. Крыло от мопеда и, соответственно, покрышка от мопеда. То, что на заднее колесо очень большая нагрузка бывает на высокой скорости. И вот это вот... Этот обод, он, видите, велосипедные спицы, но уже за 3 года ни одного. То есть это спицы 2.35 из нержавейки, да, они сделаны солнышком. Да, спицы, спицевал еще... Лепихом. А, нет. Нет. Денис. И еще ни одна не лопнула, как мы можем видеть. Хотя уже обод даже начал ржавчиной где-то покрываться. Вот. То есть, грубо говоря, даже был в аварии этот мотор вместе, но он стоял на другом велосипеде, это был козы ранее. Ну, все выдержало, да? Все выдержало, все работает. Вот, видите, конструкция багажника, багажник стальной. Он выдерживает до 40 кг в динамическом режиме. То есть, если я вот так нажму, он ничего ему не будет. Здорово. Его не отловишь. Здесь грузовая платформа, вон там, зарядка сейчас вот, сделана. Можешь сюда большой ящик поставить и везти. Соответственно, что у вас тут на руле? На руле, соответственно, фара, видеорегистратор, соответственно, дисплей контроллера, звонок велосипедный, навигатор, чтобы вести. Велосипед часто используется для курьерского развоза по городу Москва. Ага, я очень узнаю вилочка. Это вилочка старинная. Да, старинная вилочка, она уже, конечно, под инфарктом состоит, но она еще эту зиму отъездит. Она будет уже заменена. Она попала в ДТП, была в ДТП, и что только с ней не было уже, но все еще она в строю и все еще работает. Да, вот отдать должное, то есть эта вилочка у Антона уже, наверное, на втором или на третьем проекте, да, ну второй точно, да. Вот, и все как бы работает. Вот так вот. Ну что, пожелаю вам удачи, и чтобы вам ничего не ломалось. Да, спасибо. Все, до свидания. Дает скидку.